Да никому ни черта не нужны идеальные. Любят пухлые щечки, шрамик от падения на велосипеде. Любят тех, с кем можно укутаться в одеяле. Тех, кто целует в нос за маленькие победы. Да никому ни черта не нужны всесильные. Любят тех, кто дрожит от раскатов большого грома. Тех, кто просит тебя почистить ему апельсины. Тех, кого обнимаешь и чувствуешь, что ты дома. Любят странных, немного упрямых, с идиотским смехом. Тех, кто обижается на пустяки почти как дети. Тех, кто спрашивает, как спалось, как доехала. Те, кому хочется сказать, почему я раньше тебя не встретил. Любят тех, кто острит и хлестко ругается матом. Ужасно поет в ванной и шлет короткую смс-ку, как твой день. Да никому, ни черта не нужны идеальные суррогаты. Все любят неидеальных живых людей. Любят тех, кто в тебя по-настоящему верит. С кем можно просто дурачиться без мысли о том, что вас ждет впереди. Тех, кто после нелепых ссор и громких истерик просто сильнее прижимает к груди. Да никому не нужны холодные манекены. Вот эти вот совершенные лица и фигуры с обложек глянца. Всем нужны те, кто не станет искать замены. С кем приятно не только засыпать, но и просыпаться. Любят тех, с кем можно просто помолчать. Кто, вопреки обстоятельствам, будет всегда с тобой. Тех, кто знает, сколько ложек сахара класть в твой чай. Тех, с кем усмиряется и теряет силу любая боль.